Сотрудничество вузов Таджикистана и Узбекистана обсудили на форуме ректоров в Душанбе. Мероприятие проходило впервые и объединило более 50 представителей высших учебных заведений обеих стран. В нем также приняли участие министры образования Таджикистана и Узбекистана. Один из главных вопросов форума – возможность получения двудипломного образования. Главное, мы будем непосредственно общаться, мы будем обмениваться опытом, мы будем перенимать все лучшее, все передовое, но в конце концов будем вырабатывать определенные направления действий совместных программ. Мы будем подписать двухсторонние соглашения между нашим университетом и узбекскими коллегами. Это в дальнейшем будет служить процветанию и развитию двухсторонних отношений в области образования и науки.